задержан по подозрению сбытия наркотических средств в особо крупном размере. И все, договориться о встрече и передать эти пакеты. Какие пакеты? 3 пакета. Пакеты это в машине где хранились? Пассажирское сиденье, правильно? Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел области при попытке реализации наркотиков задержали жителя Киргизии. Задержан он был в одной из гостиниц Шымкента. В ходе оперативно-розыскных мероприятий «Кокнар-2015» полицейскими управления по борьбе с наркобизнесом в одной из гостиниц города во время продажи вещества, похожего на наркотики, в особо крупном размере задержали гражданина Киргизской Республики 1978 года рождения. Так, под кроватью обнаружены полиэтиленовые пакеты, прозрачные. Раз. Второй пакет. 5 килограмм 506 грамм есірки заты героин екені анықталды. Как уже выяснила судебно-криминалистическая экспертиза, изъятое вещество являлось героином. Вещество, конфискованное у подозреваемого, согласно заключению экспертизы, героин весом 5 килограмм 506 грамм. Позже в ходе расследования полицейские задержали еще 2 жителей Жамбылской области, также причастных к этому преступлению. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Вечером примерно в 7 часов авария произошла на углу бульвара Кунаева и проспекта Талкихана. Здесь столкнулись автомашины Mercedes-Benz и ВАЗ-2115. Как рассказали участники ДТП, Mercedes ехал по Талкихана, направляясь к улице Байтурсынова, а ВАЗ двигался по Кунаева со стороны улицы Туркестанской. По словам водителя ВАЗа, он в потоке автомашин пропускал пешеходов, а когда тронулся на желтый свет, с проспекта Талкихана на перекресток выехал Mercedes. Здесь направо ехали пешеходы, вправо повернули, пропускали пешеходов, пробку создали. Ну я по прямой ехал, потом тронулись, я тронулся, а вот справа, и вот получилось, что развернул меня. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Автомашины понесли материальный ущерб. Кто его восстановит, выясняют дознаватели административной полиции. Сотрудники дорожно-патрульной полиции вышли в очередной рейд. На центральных улицах Шымкента усиленные наряды полицейских останавливали автомашины, проверяя наличие документов и выявляли водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ходе первых 2 часов рейда такие факты не обнаружены. Подобные мероприятия полицейские обещают проводить регулярно.